Всем привет, ребята, с вами Happy Cat Games. И да, вы не ошиблись, это огромная толпа, которая уже меня заполонила с Викой. Короче, ребят, подскажите, пожалуйста, в комментариях, это фейк или нет? Просто нам, чтобы знать, мы играли с Барсони и упустили шансы или нет? Это другое. Короче, пишите в комментариях. Вот, Барсоня, типа, не знаю, правда это или нет. Надеюсь, что это правда она. Ну и, короче, мы сейчас не играем, тут толпы ее фанатов. Ребята, тут глючит нереально около нее. Так, ребят, мы так понимаем, что это она. Поскольку по всем толпам фанатов мы выяснили, наверное, что это она. Короче, спустя много времени мы, наверное, доказали, что это реально Барсоня. Ну... И теперь тут ее толпа фанатов. Огромная, как вы видите. А, это Вика, которая оказалась жертвой фанатов. Let's go проводить расследование, Вика. Пошли. Короче, ребят, все. Мы отошли от этих толп фанатов. Огромных. Которые заполонили все пространство. Кто-то же говорит, что он как паровозик Томас. Ладно, Вик, пошли отсюда поскорее. Это дом Барсони, Вик? Пошли смотреть, это дом Барсони или нет? Пошли. Пошли. Я знаю ее дом, живо, мы должны его найти. Короче, Вика, это слишком долго вот так топать. Садись в карету. Не в карету, вот в эту, смотри, в эту фигню, короче, садимся и давай проводить расследование. Садись, быстрей, мы должны, пока она не ушла из сервера, быстрей. Мы должны провести расследование и найти ее дом, если это она. Вик, короче, ищи дом. Я начинаю прямо. Ты начинай с первого ряда, я попробую поискать во всех таких богатых домах. Так. Я ищу пока что. Надеюсь, ребят, если все же там мы найдем ее дом, то дом хотя бы мы сможем зайти ее. Мне просто интересно, там ее интерьер. Да, что я думаю. Вика, ищи тщательнее. Так, это не дом Барсони. Это тоже не ее дом. Так, блин, ребят, мы обязаны найти, пока она не ушла из сервера. Она еще в сервере, Вик. Я не могу его найти, Вик. А может, она в городе? Короче, ты ищи тут, а я в город пошла, окей? Я буду искать в городе. Так, идем. Везде ищем, ребят. Может, это ее дом? Вика, это ее дом! Угу. Он в городе был! Блин, у нее замок ракушка. Ну, вернее, ракушка. Ну, ты поняла. Ребята, я думаю, вы тоже поняли. Ребят, вот. Готово. Заплатим ей немножечко. Где-то 20. Просто так. Мы не уверены, что это настоящее просто. Так. Заодно посмотрю ее интерьер. Так. Она еще в сервере, ну, естественно, сейчас. Все, Вик, смотри. Тут очень красиво. Вик, норман. О, бар. Так, дорогая Вика, а что вам налить? Я бармен. Ладно, короче, го. Дальше смотреть, пока не ушли из сервера. Так. Смотрим. Вик, посмотри, если это пчелка. А тут такая у нас кухонька. У нас лестница наверх. Мы потом проверим лестницу наверх, Вик. У нас пока что ничего такого интересненького нету. Вика ожидала большего. Там написано «подпишись» и все такое. Наверное. Вот, Барсоня, да, это, наверное, она, раз такая, подпишись. Вик, посмотри на лягушечку. Посмотри на еще кого-то.
На черепашку, на это самое лучшее место. А где ты? Там около голубой пчелки, типа там, где надписи и написано «Подпишись». Посмотри пока что там, я обследую. А это китенок, Вик. Наверное. Или пчелка, я так и не поняла. Да, спаленька, ребят. Крипер. Где? Крипер. Я не понимаю, папа. Ты думаешь, это крипер? Да, я думаю, что это крипер. Гениально. Короче, Вик, пошли к той лестнице потопаем. А то помнишь, там лестница типа была из стульев? Ребят, топаем. Повезло Барсоне. Не, там ничего дальше нет, стульев нету. Ладно, ладно, ладно. Это сама Барсоне, да? Не-не-не, это не то. Не то, не то. Это типа фейк Барсоне. Это уже фейк. Явный. Ну, это огромный бассейн. А, Фене. Так, а что он... У меня один вопрос. Что Барсоне не зашла в личку? В свой VIP-сервер? Мне не надо, хотелось фанатов. А VIP-сервер там стояла, она одна, типа? Да-да-да, она обычно так играет, но не так. Ничего себе! Я такой же хочу! Это супер! Это моя мечта! Класс! Жалко, робаксиков нет. Когда пацаны там где-то лазят, вот тут... Блин! А, блин, ребят! Это фиаско! Она, наверное, решила, что слишком много фанатов. Ладно, тогда на этом мы заканчиваем. Всех люблю, скорой встречи, всем пока!